Так, золотое, пожалуйста. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Давай, да! Хорошо, ой, как хорошо. Давай, пожалуйста, еще набор. Нам нужен еще набор. Или куб магический. Магический куб тоже отличная тема. Сколько у меня процентов будет, брат? Новый аккаунт, чисто новый аккаунт. I'm sorry, sorry. Psych. Ребят, Новый год уже не за горами, а значит у нас много акций в игре Free Fire. Кронос, пополнение двойное, пополнение на шоп горения и не только. Где взять денежки на это все? Вам поможет мой партнер 1Х. Если вы разбираетесь в спорте, киберспорте и не только, то вы можете им воспользоваться. Ребят, они дарят до 6500 рублей при первом депозите и сами знаете их статку. Они самые высокие коэффициенты делают, это самый надежный и качественный букмекер. И это самый популярный вообще-то букмекер, если что. Поэтому, ребят, ссылочки все в описании, промокод мой тоже в описании. Получайте до 6500 рублей, но только при первом депозите на новых аккаунтах. Поэтому все, юзайте, действуйте, и будет вам денежки на донат в Free Fire. А теперь погнали ролик смотреть. Let's go. Ты что, дурак? Всем снова привет, дорогие друзья, с вами снова Кайсина, я Жабка, вы на моем канале, и что у нас сегодня происходит? Короче. Давно не выходила эта рубрика, давайте вот здесь вот как всегда. Давайте вот так вот, выходит вот так вот. Логин! Вот это логин, если что. Этот логин от Фейсбука, подсказываю вам. Вот, пароль, как всегда, будет спрятан где-то в этом видео. Удачи вам в поисках, и этот аккаунт будет именно твоим. Ребят, давайте договоримся, вот прямо сейчас, слушайте внимательно. Вот вы с телефона сидите, да? Вот, переворачиваете телефон вот свой. Вот так вот, давайте вот так вот перевернули, нормально, да? Теперь берете, ставьте лайк. Если мы собираем прямо сейчас 20 тысяч лайков, вот давайте вот просто проверим, насколько вы преданные у меня подписчики. 20 тысяч лайков, и я прям сразу же начинаю делать новый видос с аккаунтом, и вы его будете забирать. Кто из вас заберет, тот красавчик, вот еще молодец. В общем, давайте так и сделаем, поэтому давайте респектос вам, удачи в поисках, ну а лайки нужно прожимать. Удачи в поисках пароля, поэтому давайте вот начнем. Хорошо, первая буква вот здесь вот начинается. Вот она, вы ее должны видеть уже. Вот, теперь она такая исчезает. И видите, она уже исчезла. Вот, ну остальные буквы, циферки где-то здесь в этом видео, поэтому удачи в поисках. Ну и в конце я последнюю цифру, букву покажу тоже. 11 тысяч алмазов есть? Есть. Задонатил я на нее давно, очень давно на этот аккаунт. Поэтому что мы делаем? Давайте сначала я хочу начать с рулетки в лето. Почему с рулетки в лето? Потому что там все топово. И это новенький аккаунт. И есть ли шанс того, что я выбью, во-первых, рюкзак, во-вторых, вот эту штучку. Давайте сразу до 40 попыток дойдем. Раз. Я выбил сразу набор, ребят. Я сразу же выбил набор. Ладно, давайте еще раз попробуем. Два. Три. И четыре. Все, больше не надо, да? Все, больше не надо. Больше мы не крутим это. Я просто хотел попробовать, выпадет ли мне 10 тысяч алмазов, типа, на новый аккаунт. Но наверняка так не работает. Испытываем удачу. А что мне со звуком стать? Ладно, звук пускай такой будет. Сколько у меня процентов будет, брат? Новый аккаунт, чисто новый аккаунт, чисто новенький. Ладно, покупаю пропуск. Это прям стандарт. У вас будет где-то 3-4 дня на то, чтобы забрать все тут отсюда. Мока, естественно, мока покупаем. Мока это топчик. Покупаем эмоцию. Окей. Покупаем все купоны, максимально все купоны. Блин, так обидно, почему 64%? Ну ладно, хотя бы хоть какая-то скидочка, тоже это норма. Окей, это все покупаем. Детектор душ, не буду это говно покупать, это тоже не буду покупать. Хотя техника, ладно, хотя техника тоже не надо, я вам наборы выбью, так что все окей. Вот этот набор тоже надо купить, все купили, все отлично. Меняем, сменить бесплатно, отлично. Карточку смены ника я покупать не буду. А, эмоцию привет забираю, это респект, ребят, за это респект, покупаем остальное, раз, максимально, забрали, два, максимально, забрали,
3 максимально, максимально забрали. Ребят, вот это лайки, это прям лайки должны быть вот сходу. Небольшая пауза. Короче, погнали покупать дальше. Вот так вот, покупаем, раз. Все, покупаем. Покупаем женский набор, вдруг он за девушку будет катать. Или она, может быть, это она заберет, так что я не знаю. Купим, наверное, досочку, потому что доска топовая, ну согласитесь. Доску купили. Вот за доску лайк. Доска вот прям, ну это балдежная доска. Денежки, наверное, вот эти. Или вот эти. Давайте вот эти денежки купим. Ну потому что это топовые денежки. Не, вот задолбал. Алак, Камиль. Камиль топ. Поэтому Камиля берем. Камиля обязательно нужно брать. Тогда мы потратим оружейные купоны, банали. Давай сразу же, пожалуйста, я тебя прошу. Спас забрали, хорошо. Начало хорошее. И дропаж забрали. Начало, я даже скажу, офигенное. Балдежное. Хорошо, еще крутим. Так, золотое, пожалуйста. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Давай, да! Хорошо, ой, как хорошо. Отлично вообще. И корячок еще, ну прям вообще пушечка. Прям огненно, прям горит. Я еще ему 9 купонов оставлю, наверное. Не знаю, подумаю. Алмазный, погнали алмазный. Часик остался до алмазного джекпота, до окончания. Что же потом после этого будет, я не знаю. А, там женский вариант, по-моему. Доска. Блин, что я несу? Я как Кумсон отсталый разговариваю, мне кажется. Давай, пожалуйста, еще набор. Нам нужен еще набор. Или куб магический. Магический куб тоже отличная тема. Понял. О, тут еще со скидочкой. Ну, 270, это грех не потратить на него. Давай. Ну, выбивайся, ну, пожалуйста. Не, ну это бред, давайте по одной попытке раз, по одной попытке два, по одной попытке три, по одной попытке четыре, по одной попытке пять. Понятно, ясно. Ясно, понял. Давай, пожалуйста, магический куб. Хотя бы магический куб. Либо набор, либо магический куб. Пожалуйста, я тебя прошу. Гарена. Я думаю, нужно перестать это крутить. У нас есть еще инкубатор. Но это такой бредовый инкубатор. Его даже крутить не стоит, мне кажется. Это прям бредовый инкубатор. Кто согласен, что это бредовый инкубатор? Ребят, напишите комментарии. Вот кто аккаунт этот заберет? Мы как бы наборы уже выбили. Пушечки нормально поубивали. Блин, мы даже ничего не выбили с этого инкубатора. Вот реально ничего. Его вообще крутить, ну, это вообще не вариант. Давайте крутанем один раз питомца пингвина. Просто крутанем, проверим, выбивается ли что-нибудь тут или нет. И тут выбивается, давайте питомца. Пожалуйста, питомца. Скинный питомца, понял. Понял. Ну, зато будет со скинцом. Поэтому мы идем покупать самого питомца, пингвина. Купили пингвина, забрали пингвина. Забрали пингвина, нормально. Пока что все окей идет. Так, забрали, давайте его назовем. Все. Уровень повышен. Все, мы насколько там могли прокачали. Со скинцом вообще отлично. Все, я очень прошу Гарену выбить мне ЭП-40. Я прям очень прошу. Ну, новенький же аккаунт, ребят. Новенький аккаунт. Пожалуйста. Хорошо. Я понял. Ясно. П-90. Нет, калаш дракон. Вот это хорошо будет. Калаш дракон — это всегда топ. Либо Скаркупидон. Я даже не знаю, что выбивает, ребят, сейчас. Мне настолько грустно, что ну это просто пипец. Давайте Абакан, что ли, крутанем. Давайте сразу десяточку. Просто десяточку. Да, пожалуйста, слава богу. Вот просто хорошо. Ребят, это... Не, вот сейчас лайки просто все должны поставить. Это прям хорошо. Это прям отлично. Фух, я думал, что я больше ничего не выбью, честно. Мне прям грустняво немножко стало. Ладно, давайте МП-40 тоже десяточку просто крутанем. Понимаю. Давайте Скаркупидон крутанем десяточку. Чисто ради посмотреть. Ради посмотреть, мы поняли.
2700. Давайте рулетку лета еще прокрутим. Почему я ее хочу крутануть? Я еще хочу выбить. Честно, хочу выбить 10 тысяч алмазов. Вот мне интересно, выбью ли я. Давайте вот 500 алмазов где-то потратим. Пожалуйста. Блин, я еще один набор выбил. Ладно, давайте 10 попыток крутанем. Ну, все, мы метлу забрали. Мы метлу забрали, все. Так, погнали. Крутанем. Еще раз МП-40. Как там говорили, 4. 4. И десяточку. Понимаю. Ладно, давайте заканчивать видосик, ребят. Выбиваем Скаркупидон. Понимаю. Десяточку крутим опять МП-40. Просто смотрим. Все ясно. И еще раз десяточку Купидона. Раз и раз. И остатки МП-40. 289 это сколько? Вот так вот. Все. 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 Это прям максимум, что я смог выбить на этот аккаунт. Ну, хотя бы что-то. На самом деле, нифига себе что-то. У него есть пропуск. У него есть... На самом деле, до хрена всего. Блин, у него еще один набор есть. Лол, у него еще один набор. Что? Ладно, питомец есть? Есть. Персонаж есть? Есть. Коллекция есть? Есть. Оружие, по оружию, погнали. 5 дней, ну это фигня. Скар. 77 дней скар. Так, тут на 13 дней норма. 249, 10 дней норма. Так, тут. Это пофигу. Это пофигу. МП-40. 65 дней МП-40. Вот это вот обидно. Ладно, где у нас дробовики? У меня навсегда дробовик на дальность. Хороший дробовик. На дальность второй дробовик. Снайперки. Крючок навсегда. Ближний бой. Это навсегда. И, по-моему, куда я зашел? И аук. Аук, 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 аук. А где аук? Вот тут. И аук у него навсегда. Я еще что-то выбил. Я же еще что-то выбил. А, абакан я выбил. Абакан, абакан, абакан. Вот он абакан. И абакан тоже навсегда. Ребят, вот этот вот аккаунт станет вашим. Полностью вашим. Забирайте его полностью. Дайте еще крутану, кстати, джекпот. Оружейный. Давайте раз. 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 Раз, раз, раз и раз. Понял? Все, вопросов нет. Все, ребят, вот здесь вот будет последняя буква, буква или циферка. Вот, ну вот такой вот аккаунт у нас получил, у меня получилось создать, собрать. А вы его забирайте. Не забывайте, давайте 20 тысяч лайков, и я сразу же делаю новенький видос с другим аккаунтом. Ну а вы собирайте, напоминаю вам, вот он его айдишник, можете проверить его онлайн, когда он последний раз был в сети. А с вами был я, Жабка, всем удачи, всем спасибо и всем пока-пока. Надеюсь, вам понравился видос.